Друзья, добро пожаловать на зимний сезон нашей постоянной рубрики «Свои гонки». Это уже 6-й выпуск, и как обычно, я приглашаю своих подписчиков посоревноваться. И самый быстрый участник заберет с собой 2 миллиона долларов. Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Grand RP 1 сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней випа, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируйся. Или же ты уже находишься в игре через телефон, заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАТ. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! Итак, вот они, гладиаторы, на сегодняшнюю битву, друзья. Всем здорово, как, Дон, твои дела? Нормально. Вот, микрофон, пару слов, что вы можете сказать? Как вы расцениваете на сегодня свои шансы на победу? 50 на 50. 50 на 50, ну, конечно, у вас же двое. Итак, Киш. У меня все хорошо, в принципе, тоже 50 на 50, как получится, но надеюсь выиграть, в принципе, деньги. Вы же понимаете, да, на кону 2 миллиона долларов, один из вас сегодня уедет с таким крупным кэшем. Так, трассу вы знаете, не нарушаем, значит, не срезаем, кто нарушает, тот, получается, ждет 5 секунд. После того, как если срез был, ну как это сказать, если вы сократили дистанцию при срезе, значит вы останавливаетесь и ждете 5 секунд. Итак, не дергайся, куда ты фальстарт делаешь? Итак, трассу, я думаю, все знают. Первый круг, да. Два круга в первой гонке, победитель получает 1 балл. На счет 3 стартуете. 1, 2, 3, поехали! Оп! Итак. Дон пока выбрал лидирующую позицию. Но у него уже на хвосте Киш. Было касание. Это было не смертельно. Как бы нельзя ничего по этому поводу сказать. Итак, резкие повороты, на которых меня очень часто переворачивало. Но не выкидывало, в принципе. Все нормально. Так, Киш пока отстает. Машина, скажем так, не до зимы. Суперспорт называется, если кому интересно. Госка что-то под 7 миллионов. Неплохая тачка. Я думал, на Lexus, короче, похоже. Но пока что не об этом. У нас сегодня мероприятие, в котором участвую. Куда ты поехал? Блять, говорит, я смотрел видеоролик. Я знаю трассу наизусть, блять. Там поехал. Дон, ты правильно едешь. Ты правильно едешь. А. Ты можешь ехать дальше. Я этому говорю. Кишку нашему. Кишику. Он вообще тупой. Ну просто, блядь. Алло! Киш! Что? Ты ролик, блядь, смотрел, алло! Ну, более-менее. Более-менее. Вот так вот, да кого я вообще это все снимаю, блядь? Иди ролик смотри, трассу изучай заново. Ой, извини, пожалуйста. Едь, едь, давай, едь. Куда там? Все время налево. Налево. Хорошо, налево, налево. Ты выезжаешь на дорогу. Потом налево, мост. По мосту через грунтовку наверх. Конечно, да, разочаровал. А у меня были такие планы на тебя. Я думал, ты выиграешь сегодня 2 миллиона. Залутаешь бабки. А ты просто даже элементарно просто трассу не смог выучить. Бля. Киш-киш. Киш-киш. Просто пиздец. Ну что теперь делать? Догонять. Дон и так едет и еле-еле-еле. Просто, чтобы ты так понимал. Я специально. Да, он специально еле-еле-еле. Чтоб... Давай мы его тут постоим, подождем. Итак, раз у нас Киш немного подтупливает, я сажусь к нему в машину, буду подсказывать. Дон, ты сейчас стартуешь, мы ждем. Стой, стой, Киш, стой, стой. Дон едет дальше, Дон едет дальше. У него преимущество, он ебашит дальше. Твоя задача, ты, надеюсь, повернулся влево? Да. Второй круг начал, да? Тут ты меня исчез. Нет, я повернул. На грунтовку, да, повернул? Поехал. Да. Все, красавчик. Все, стартуй, Киш, давай. Посмотрим, как заодно, может, ты в следующий раз, когда попадешь в видеоролик, ты уже будешь знать эту трассу. Поехали, налево. Давай, покажи, малой. Хотя бы просто чистый круг сделай. Проебал ты уже 100%. Просто, блядь, даже не 100, наверное, миллион процентов.
я не сомневаюсь. Но будет у тебя шанс исправиться во второй гонке. Не начали второй круг. Да-да-да, мы уже ебашим. Почти на мосту деревянном. Понял. Мы тут уже проезжаем сельскую местность. Скоро будем выезжать. Правильно едешь. Давай. Прямо. Лево. И поехал. А ты уже поднимаешься наверх, да, там, наверное? Нет, я специально подождал. Да ладно. Хорош. Ты сзади нас? Да. В смысле ты сзади нас? Мы уже на вас... Я специально отъехал в другую сторону, чтоб он победил. Нахуя? Да, мне просто поучаствовать интересно было. Деньги у меня не хватает. Что сегодня, блядь, происходит в моем видеоролике? Не знаю. Он сейчас еще улетит с горы. Он сейчас еще улетит с горы. Проверяй. Ты сейчас нас обгонишь еще по второму кругу, бля. Вот просто смотри. Мы тут кверху ножками вот так телепаемся. Киш, ну это пиздец, бешатся. Тебе так поддаются, бля. Малой, что так слабенько. Надо тренироваться. Приходишь после школы, берешь машину на Гранд РП и едешь, катаешь круги. Просто как стоячего, Богдан. Все-таки решил забрать один балл себе. Все. У нас есть победитель. Первой гонки это Дон. Бля, подожди, мне аж слезинка в глаз попала. От такого видеоролика. И перед тем, как мы перейдем сейчас ко второй гоночке, друзья, если вам скучно играть одному на Гранд РП, приглашаю тебя в нашу семью Амата Фэмили. Дом на карте 1042, или же в описании есть ссылочка на наш семейный дискорд. Ну а мы продолжаем. Итак, друзья, гонка номер 2. На время, соответственно, у Дона есть один балл, поэтому он стартует первый. Посмотрим, насколько будет он быстр. Итак, на счет 3 я запускаю секундомер, и ты, собственно, стартуешь. 1, 2, 3. Секундомер пошел, время пошло, и ты тоже пошел. Итак, хорошее начало, быстрый старт, но все, возможно, изменится, и, возможно, кто-то вылетит с трасс. Возможно, кто-то ролик опять же, блядь, не смотрел и уедет хуй знает куда, блядь. Просто уже это 6-й выпуск по своим гонкам. Но люди до сих пор, которые на меня подписаны, даже я вообще не в курсе, что такое есть, что такое существует. Так, вроде приземлился нормально. Оп. Догадался. Молодец, времечко идет. И вроде как бы пока неплохой результат. Есть шансы на победу. Напоминаю, что ему нужно всего лишь проехать быстрее, чем Киш. И, соответственно, он сразу получает 2 миллиона долларов от меня лично. Нет! Не туда! Куда ты поехал? В смысле? Коромысли. Прямо. И налево на грунтовку. В смысле? Еще один у нас пассажир. Ясно, понятно. Ну, время идет. Вот про это я, в принципе, и говорил. Не знаю, было это записано или нет. Так что, Киш, у тебя еще, возможно, есть все шансы. Потому что пока он тут затупил, пока он там не туда поехал, есть все шансы. Вот куда ты поехал? Пацаны, рука-лицо, вот просто, блядь, не хочется уебаться об стол головой. Потому что стараюсь до вас ролики, блядь, записываю, делаю контент. Вы, блин, приходите участвовать, и вы нихуя не знаете. Просто, блядь, позор. Я разочарован. Так, скоро уже финиш, и мы едем уже по, в принципе, по асфальту. Осталось для тебя пару поворотиков. И мы скоро приедем. Так, Киш, готовься. Ты тут вообще? Я тут. Трассу смотришь? Итак, давай, газуй, финиш. Так, 2,
26.80. Если что, запоминай свое время. Угу. Так, малой, 2.26 тебе надо побить. Ты готов это сделать? Постараюсь. Давай, сажусь к тебе. Обещаю. Подъезжай также к старту. Вот, стой. Итак, друзья, Киш, у него есть, в принципе, шанс заработать 1 балл. Итак, на счет 3 ты стартуешь. 1, 2, 3. Поехал. Давай тапок в пол. Надеюсь, ты пересмотрел ролик. Он, короче, он в этом ролике пересматривает мои ролики, чтобы запомнить трассу. Я больше никого за ручку водить не буду. Не буду показывать и рассказывать. Хорошо, кстати, он сейчас справился с автомобилем. Тапок в пол! Давай, хорош. А чё? Ладно. Болеть ни за кого не буду, в принципе. Но шансы есть. Даже, наверное, лучше здесь он прошел, чем Дон. Так, неплохо. Догадается ли он, куда ехать? Молодец. Первая контрольная точка пройдена. Так, далее. Ой, он как-то очень уверенно. Куда ты поехал? Все, нормально, едь дальше. У меня просто дальше прыгнул со скалы. Так. Знаешь, куда ехать? Хорош. Слушай, ну безошибочно. Пока что безошибочно. Едет уверенно. Слайк. Подсказывай, пожалуйста. Подсказывать? Ну чуть-чуть, да, что-то. Не особо. Мне не подсказывает. Куда ты поехал? В моих гонках всегда очень все просто. Все время налево. Постоянно. И в той гонке налево, и тут налево постоянно. Поэтому ничего тут сложного нет, запоминать нечего. Время потерял. Время потеряно. Но у тебя еще есть шанс. Главное не проебаться, не перевернуться, не обоссаться и не опозориться. Куда ты поехал? А куда? Гум по трассе дальше, это финишная прямая, блядь. Мы едем к тому же месту, где мы и начинали. Алло. Бля, есть шанс. Куда ты едешь? Что происходит? Камон. Просто на месте развернуло. Остановился, подумал, репу почесал. И очень спорно. Но нет. Просто ваши догадки. Вот, ну я вообще в ахуе, если честно. Вот хотите мое мнение? Я вообще от происходящего в ахуе, что происходит. Такие шансы были у малого, если честно. Но, малой, как ты думаешь, какое у тебя время? 29. 27, на одну секунду, блядь. Просто одна секунда. Там, с копейками. Если бы ты не затупил, если бы ты посмотрел ролик как надо, ты быстрее бы его проехал бы и заработал эти бабки просто в легкую. А так у нас получается победитель Дон. 2 балла. 2 балла у него. И, соответственно, третьей гонки у нас не будет. У нас получается Киша, ну, отсосал, проебал. А мы, получается, передаем призовой фонд. Все 2 миллиона, которые у меня есть, передаем, получается, Дону. Заслуженная победа тебе, братан. Поздравляем. Ну, я хочу еще... Чего? 500 тысяч Кишу дать. Ну, давай. Я думаю, да, надо дать 500 тысяч. Ну, там уже от себя. Тогда давай. У меня потом уже 58 тысяч осталось. Спасибо большое тебе. Спасибо. На будущее, пацаны, смотрите видеоролики, запоминайте трассы и всегда будете в курсе, потому что у меня есть еще много других рубрик. Найди тачку по фотографиям, открой багажник, забери приз. Все это будет у нас в дальнейшем на моем канале, так что обязательно подписывайтесь, чтобы не проебать видеоролик. Прожимайте лайк, пишите свои комментарии. Всем спасибо, всем пока-пока. Пацаны, есть что сказать? Говорите. Всем пока. Дебильный лагерь. Охуенная концовка, на этом закончим.